Апелляционный суд отпустил Размика Карапетяна, избившего 7 женщин в центре Одессы под домашний арест. При этом на само заседание подозреваемого не привезли. Инцидент произошел 11 августа. Одна из пострадавших находится в положении и до сих пор проходит лечение в больнице. Адвокат попросил для Карапетяна ночной домашний арест, а сторона обвинения требовала оставить его под стражей. Суд частично удовлетворил ходатайство защиты. Теперь подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.